Больше сотни актюбинцев задержали полицейские за управление автомобилем в нетрезвом виде в результате оперативно-профилактического мероприятия «Водитель». Последние 9 дней стражи порядка несли службу в усиленном режиме. За это время было выявлено более 4000 нарушений правил дорожного движения, среди них 200 фактов управления машиной без водительских удостоверений. При этом в половине случаев автовладельцы были лишены прав по решению суда. В остальных же и вовсе не учились в автошколе. А в это время число погибших в ДТП в регионе выросло на 16%. С начала года произошло уже около 300 аварий. 35 человек погибли, больше 300 получили травмы. Все они привлечены к административной ответственности. В том числе ранее лишенных 9 водителей в состоянии опьянения были задержаны. По ним возбуждены уголовные дела и, скорее всего, пойдет в суд. Такая работа будет продолжаться и в целях наведения порядка на дорогах.